Здравствуйте, меня зовут Людмила Колышкина. Я проживаю в городе Барнауле, Алтайский край. Вы, вероятно, в поисках работы, поэтому я приглашаю вас посмотреть сейчас это автособеседование. Когда вы досмотрите этот ролик, я расскажу вам о самых выгодных условиях сотрудничества на рынке труда. Собеседование с вами провожу в авторежиме, потому что я мама двоих детей, и мне это удобно, я могу больше времени проводить с семьей. И благодаря интернету у меня есть такая возможность, и сегодня я с вами ею поделюсь. Не секрет, что сейчас у нас в стране сложилась непростая ситуация, и найти хорошую, высокооплачиваемую, с официальным трудоустройством работу сейчас непросто. Вы со мной согласны? Я думаю, что да. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы рассказать вам, как лично я и сотни людей в моей организации справились с этой проблемой. А вы будете иметь в виду, что есть такая возможность. Поскольку этот ролик продолжается 15 минут, вы максимально разберетесь в данном предложении. Интернет сейчас плотно вошел в жизнь современного человека, и тот, кто это понимает, он использует эти возможности, которые, в общем-то, не ограничены. Я думаю, вам уже знакомо такое понятие, как интернет-магазин. Так вот, используя интернет, я развиваю свой собственный интернет-магазин с довольно широким спектром востребованных товаров, большая часть из которых – это средства личной гигиены и косметическая продукция для женщин, мужчин, детей, ну а также продукция для здоровья, аксессуары, бижутерия, ну и много другого. Я уверена, что согласитесь со мной, что все нормальные люди утром умываются, чистят зубы, принимают душ, используя средства личной гигиены, и делают это ежедневно. Эти товары пользуются спросом, их не нужно ходить продавать, кому-то навязывать, их и так покупают все. Согласны? Это первый момент. А второе. Очевидно, что за счет того, что мы берем продукцию напрямую со склада производителя, его цена значительно ниже, чем цена на аналогичный продукт на прилавках магазинов. Я думаю, вы заметили, как в последнее время там растут ценники. Никому не известно, сколько это еще продлится. То есть реальность такова, что в магазинах все дорожает, доходы людей остаются на прежнем уровне, либо снижаются, и это не может не наталкивать людей на мысли об экономии своих собственных средств, правильно? Ясно, что приобретать в своем собственном интернет-магазине с большими скидками – это отличный вариант сэкономить. Почему еще дешевле? Мы не занимаемся такими вопросами, как аренда помещения, нам не нужны наемные работники, такие как кассиры, уборщики, продавцы и так далее. Нас не заботят хранение, транспортировка, доставка продукции. Всем этим занимается компания-производитель, соответственно, все эти расходы не вкладываются в стоимость нашей продукции. Третий момент. Вы уверены, что все то, что вы покупаете в супермаркетах, это товары высшего качества? Может быть, я кому-то открою секрет, но сейчас в России отменена сертификация на продукцию, и большинство того, что стоит на прилавках, зачастую неизвестно, где разливается и производится. В нашем случае мы имеем дело с известной компанией-гигантом, у которой 5 собственных заводов в разных странах, в том числе и у нас в России. Вся продукция сертифицирована, и чтобы продукт хорошо покупали, компания просто не может рисковать ее качеством и тщательно за этим следит. Учитывая 3 вышесказанных факта, наш бизнес развивается очень стремительно. У нас огромный товарооборот и не только в России, но и в странах СНГ. И проблем с потребителем у нас нет. В данный момент нам интересны менеджеры с лидерскими качествами, которые смогут управлять филиалами нашей компании по всей России и странам СНГ. Поэтому, если вы желаете себя попробовать в этой роли, вы готовы обучаться, у вас есть 4-6 часов свободного времени ежедневно, а я думаю, что оно у вас есть, так как вы в поисках работы, то обращайтесь к человеку, который пригласил вас на это автособеседование для оформления дальнейшего сотрудничества. Чем больше вы в этом сомневаетесь, тем приятнее будет результат. Пойдем дальше. В чем, собственно, будет заключаться ваша работа? Мы готовим профессионалов. Сфера деятельности для вас будет новая, поэтому вам важно будет обучаться. Обучение у нас бесплатное, проходит в онлайн-режиме при помощи вебинаров, обучающего сайта, инструкций, ну и, конечно же, личного общения с вышестоящими профессионалами. Так как у вас свой интернет-магазин и вы хотите получать от него прибыль, то логично, что главной вашей задачей будет его раскрутка. Чтобы раскрутить его быстро, нужно дать многочисленную рекламу. То есть, по сути, вы и будете частью рекламного отдела нашей компании. Но за рекламу, как известно, платят хорошие деньги. Почему я говорю ваш собственный интернет-магазин? Давайте поясню.
Филиалы нашей компании есть по всей стране и не только в России. У нас есть партнеры в Украине, в Казахстане, в Беларуси, в Молдове и многих других странах. Сама компания – производитель шведская. И имея такой международный масштаб, просто невозможно трудоустраивать людей по схеме работодатель-наемный работник. Как же организовалась вся компания? Есть официальный сайт, на котором вы проходите регистрацию, и ваши данные фиксируются в базе компании. На ваше имя открывается филиал интернет-магазина, и вам присваивается индивидуальный номер, по которому в дальнейшем вы можете отслеживать все операции, касаемые вашего магазина. То есть вы являетесь собственником, руководителем своего собственного интернет-магазина. То есть вы работаете на себя, и в дальнейшем ваше дело переходит вашим детям по наследству. Заставлять вас что-либо делать никто не будет. Уволить вас тут тоже никто не может. Вы взрослый человек. Вы должны понимать, что кроме вас о вашей семье никто больше не позаботится. Если вы действительно хотите зарабатывать достойные деньги, то, конечно же, нужно работать. И на первом этапе, пока раскручивается ваш магазин, работать нужно будет много. Итак, второе, в чем будет заключаться ваша работа, это ежедневное размещение бесплатной рекламы, используя различные ресурсы интернета. Какие это ресурсы, как именно это делается, эту информацию вы будете получать уже из обучения. У нас готовая отлаженная система работы. Массовое размещение рекламы обеспечит вам поток людей, которых также будут интересовать хорошие доходы, и они будут у вас запрашивать информацию о работе. Ваша обязанность будет дать эту информацию, ну, например, пригласив вот на такое же автособеседование. Подумайте, это сложно будет сделать вам? Я думаю, что сложного в этом нет ничего. Давайте теперь разберемся, откуда доход. Вы открыли свой интернет-магазин, и логично, что все покупки для себя и своей семьи вы делаете в своем магазине. Ну, глупо ходить к конкурентам, покупать у них те же товары. Приобретая в своем собственном магазине, экономите свой семейный бюджет. Большинство людей, которых вы приглашаете послушать данное автособеседование, также захотят экономить свой бюджет и при этом зарабатывать. Эти люди будут частью вашей организации. У них также будут свои собственные филиалы интернет-магазинов. И вы, как организатор этой покупки, будете получать процент от товарооборота всех этих филиалов. Я или человек, который вас пригласил на это автособеседование, материально заинтересованы в том, чтобы ваш интернет-магазин раскрутился, так как ваш магазин является частью наших магазинов, из товарооборота которого мы также получаем проценты. Поэтому мы будем помогать вам развивать ваш интернет-магазин, и нам выгодно, чтобы ваш товарооборот и, соответственно, ваш доход были как можно больше. Чем больше процент получаете вы, тем стабильнее наш бизнес. То есть сотрудничество наше с вами взаимовыгодно. Еще один важный момент. Мы работаем командами, и на начальном этапе вам будет оказана помощь в поиске покупателей. Пока вы разбираетесь, обучаетесь, ваш интернет-магазин уже начинает расти, так как есть команда вышестоящих партнеров, которые раскручивают свои интернет-магазины, ну а вы уже являетесь частью их магазина. Таким образом, работая командой в интернете, это все развивается очень быстро, и ваш интернет-магазин набирает обороты. Давайте разберем на цифрах, как это происходит. Смотрите, по статистике из 10 человек, которые прослушали эту информацию, 6-7 принимают положительное решение присоединиться к нам. Уже через 3-4 месяца активной работы мы вместе наполняем ваш интернет-магазин партнерами-потребителями. И за это время набирается порядка 200-300 человек. Это будет уже ваша структура. Каждый делает покупки в своем интернет-магазине. Делают покупки на разные суммы, в зависимости от потребностей их семей. Но кто-то покупает на 200 рублей, кто-то на 500, кто-то на 2000 и более. Это личное дело каждого. Когда вы сделаете заказ в своем интернет-магазине, вы сможете оценить выгоды и преимущества в сравнении с покупкой в обычном магазине. Давайте посчитаем. Возьмем средний чек покупки по структуре 1000 рублей, потому что примерно столько в среднем косметических средств потребляет семья из 4 человек. 200 человек в вашей организации умножаем на 1000 рублей. Это и будет товарооборот вашего интернет-магазина, то есть 200 тысяч рублей. Вы получаете 20% от организации этой покупки, то есть ваш доход составляет 40 тысяч рублей. Вас устраивает такой доход? За год работы наши партнеры, это преимущество мамочки, мамочки в декрете, да, выходят на доходы от 100 тысяч рублей в месяц. Как вы думаете, это хорошее подспорье маме в декрете? Итог.
У вас появляется свой собственный бизнес, причем бизнес официальный, потому что мы работаем только по законодательству. С компанией-производителем заключается официальный договор возмездного оказания услуг. Выплаты производятся на ваш счет в том банке, в котором вам удобно, никаких электронных кошельков. Идет трудовой стаж, оплачивается налог по упрощенной системе налогообложения, то есть 6% от дохода, и делаются отчисления в пенсионный фонд. Сразу заключать договор вас никто не обязывает. У вас есть время, чтобы разобраться, обучиться, и договор уже заключается осознанно на выплату заработанных вами денег. Каждые 3 недели на ваш расчетный счет перечисляется сумма, процент от оборота вашего интернет-магазина. Таким образом, мы получаем доход не 12 раз, как на наемной работе, а 17 раз в году. Ну и, наверное, вам интересно, что же это за компания-партнер, с которой мы сотрудничаем. Для развития интернет-магазина мы выбрали известную компанию, успешно развивающуюся уже около 50 лет на мировом рынке, и 20 из них это в России. Это говорит о том, что это проверенная, отлично зарекомендовавшая себя компания. Не пирамида, не лохотрон, это крупная косметическая компания Oriflame. Мы выбрали именно этого партнера, потому что это единственная компания на сегодняшний день, дающая уникальную возможность действительно прямо из дома развивать и управлять международным бизнесом. Причем в любой момент вы можете проконтролировать деятельность вашей структуры, движение финансов, регистрировать новых партнеров-потребителей, находящихся в любой точке страны, зайдя в свой личный кабинет на сайте компании. Доставка продукции осуществляется даже в самые отдаленные уголки страны, даже в небольшие поселки. Далеко не каждая компания может похвастаться этим. Мы выбрали Oriflame, потому что на самом деле это надежный партнер. Работая по нашей готовой и простой системе раскрутки своего интернет-магазина, уже сотни женщин и мужчин получают достойные деньги. И несмотря на то, что сейчас в стране кризис, нашим партнерам это не страшно. Это же очевидно, что современные люди все больше отдают предпочтение удаленной официальной работе. Смотрите сами, какие у нас доходы, и принимайте решения. Хотите ли вы видеть подобные суммы на вашем счете каждые 3 недели? Вот такое предложение. Вам интересно? Вы готовы попробовать свои силы? Рисков нет никаких. Надеюсь, покупка зубной пасты Oriflame для вас не является риском. Вы сможете сначала поработать в тестовом режиме, просто что-то купив себе, и затем став из потребителя нашим партнером. И мы бесплатно даем вам возможность изучить систему и посмотреть, как она работает изнутри. Чем больше вы в этом сомневаетесь, тем приятнее будет результат. Заполняйте анкету. С вами была Людмила Колышкина. Принимайте правильное решение. Ждем вас в нашей команде.